Аквариум Сансан серии HR. Это классический китайский аквариум, который имеет следующие признаки. Это бесшовное переднее стекло, светильник, фильтр, встроенный в крышку вместе с подачей кислорода. Одной из заметных особенностей данной модели является то, что он заметно дешевле, чем аквариумы аналогичной комплектации, но других фирм. Тех же самых Barbus, например, или Prime. Хотя по комплектации и внешнему виду он ничем не уступает. Как я уже сказал, аквариум имеет переднее бесшовное стекло. Это сделано для улучшения обзора, чтобы вот эти черные полоски не портили вид в аквариуме. Имеет встроенный светодиодный светильник, который включается кнопкой на крышке. Светодиоды белые. В крышке встроен отсек для фильтрации. Он представляет из себя эту помпу, которая качает грязную воду вверх. Вода проходит через трубочку со множеством отверстий, проходит через губку и выливается снизу обратно в аквариум. Также часть воды проходит через носик, который также захватывает и воздух. То есть это и дополнительная аэрация происходит. То есть компрессор отдельно покупать не нужно. Сверху имеет он вот такую крутилочку, которую вы можете регулировать, больше-меньше будет подача кислорода в аквариум. Что мне понравилось в этом аквариуме, то что вода, проходя через вот такую синтепоновую губку, которую теоретически можно заменить на обычную губку, проходит дальше в отсек, через который уже вода идет дальше в аквариум. Отсек заметно большой, в него можно положить достаточно большое количество какого-то биофильтрующего материала. Для примера можно показать то, что упаковка Сера Separax Mini, хороший бионаполнитель, упаковка 270 грамм. То есть вот такой мешочек, и если его полностью разложить, то он весь зайдет в этот отсек. То есть вода будет проходить сначала через губочку, потом через этот наполнитель и обратно в аквариум. То есть будет очень эффективная биологическая фильтрация. Ну, по желанию сюда можно засыпать любой наполнитель. Керамические кольца, положить уголь, мешочек с углем. Так что вот такой отсек, он достаточно большой по сравнению с аквариумами других фирм. Также его удобно обслуживать. Открыл крышку. Помыл, помыл, в аквариум лазить не обязательно. Сверху аквариум имеет небольшой отсек для кормления, но не во всех моделях, то есть в маленьких моделях такого отсека нет. Этот аквариум на 30 литров, здесь этот отсек есть. И его можно снять, установив сюда автокормушку на время отпуска. Вот такой недорогой, интересный аквариум.